Всем здорово, ребят. Ну что, на немке открылся найм. И я по-любому не удержусь. Сколько он там будет у нас идти, сейчас посмотрим. Одни сутки всего лишь, поэтому придется сегодня открывать эти плюхи. Заодно сейчас битву гильдии пробежимся. Потому что вечером атаки фортов. Не знаю, ли успею. Все, в общем, поехали. За 2 дня, ребят, за 2 дня я собрал 120 осколков. В принципе, довольно-таки неплохо. В итоге я сейчас, конечно, не все заберу. Частично завтра дособираю. Забираем вот такие вот плюшки. Мешочки. И забираем однозначно вот эти вот итемы. Так, в итоге у меня осталось 20, на карту не хватит, к сожалению. Это потом заберу. В общем, что мы имеем за 2 дня на немецком сервере? Думаю, многие из вас видели. Еще я сумочку сегодня вытащил, вообще изи. В итоге, что мы получили? Мы получили вот такие вот плюшки. 5 сумок зефира, 5 сумок лисицы. Это реально круто. Это за 2 дня. Это обмен, которого... Ну, здесь нету... Не было карт, но зато здесь дали своего рода часть, возможность дособирать осколки зефира, что не может не радовать. И вот внимательно посмотрите, что мы сейчас будем ролить. И 10 попыток на ролл определенных героев. Ну, я не знаю, что там выпадет. В общем... Поехали посмотрим, что у нас по осколкам. По героям. 58 лисицы. 70, по-моему, зефира. Да, 58-70. Окей. Давайте изначально лисицу пооткрываем. Вот я хочу по одной... сумки, то я обычно нахрапом открываю. 2 осколка. 20, нифига себе. Вот так вот, ребята, еще 2. 24 осколка. 29. Бум. 31 осколок. Ну, это счастливое число у меня здесь. Я 31 осколок. Блин, дали бы мышки огника, я бы, наверное, сегодня уже огника здесь собрал своего первого. Но, к сожалению, не дали. Ну, тоже, в принципе, я скажу, очень круто. 31 осколок с первых. Ну, это реально мега удача, как для меня. В итоге, что мы имеем? Осколков лисички есть. Окей, отлично. Так, поехали, будем разбавлять контент. Не все сразу. Так, у нас сегодня по битве гильдий. На первом месте, но нас догоняют. Поехали, будем пробовать. Будем пробовать шатать топов, конечно. Без фрая я тут много ушатаю. Тут меня скорее ушатают. Так, ну что, затащим? Там землеройка. Или шанс слива максимальный будет? Тащите, давайте. Ну, вообще красавчики. Герои без эволюции просто валят. Тупо героев с эволюциями. Нормально. Пойдет. Не хочу, пока Мэри не соберу, сильно раздавать силу. Потому что реально сложно бегать. Так, отлично. Первый сотка плюс готов. Так, ну, в принципе, я думаю, этого мы тоже должны шатануть. Сейчас землеройка включится. Отлично. Супер, изи. Так, черепа. Вообще просто изи, битва гильдий. Так, окей, идем сейчас открывать с вами. Идем, сделаем пару наймов. Давайте 5 наймов сделаем. 2 прошли, отлично. Это обалденная тема, потому что отсюда падает дофигища осколков. Блин, оккультист 20. Ну, такое себе. Роза 20, да ну... Да ну нафиг, 20 осколков.
Итак, итак, ребятушки, этот момент, блядь, не дособирали, походу. 198 осколков, я офигею просто, 2 осколка, ребят, осталось всего лишь 2 осколка. Так, 2 тычки делаем, блин, я уже думал, сейчас будет еще... Просто жесть. Посмотрите, сколько мы осколков офигенных топовых достаем отсюда. Кайф. Просто кайф. Так, что у меня по этому? Вольта, понятно, там Некроса надо, кстати, будет тоже дособирать, но я его буду после этой собирать. 40. Я дракон. Арктика 102. Арктику, кстати, тоже можем дособирать. 156 Молтаники. Возможно, я соберу дракона сегодня. Окей, поехали дальше. А с вас, как обычно, влепили по лайку, по максимальному лайку. И кто играет на немке, когда будут места, кидайте заявочки. У нас гильдия, к счастью или к сожалению, фуловая. Поэтому будут свободные места, залетайте. Так. А если они сейчас их еще ушатают, второй эволюции нету. Супер пэт, это слишком жестко уже. Давай, Анубис. Изи просто. Изи Некроса. Оккультист там какой-то остался. Ну. Герои без эволюции. 160-го левела шатают топовые. Более топовых героев. Нормально. Землеройка, в общем, ребята, тащит. Так, отлично. Хороший сегодня день. Блин, ну это жесть. 198 осколков. Я в шоке. Так, тут у нас Фрейя, но я с Фрейей, наверное, ничего не сделаю. 10-й прорыв еще куда? Куда против Фрейя? Это слишком жестко уже. Огник. Тут что-то пожестче топы будут. Ну, мне, в принципе, не принципиально самых максимальных там проходить. Самое основное у нас... Так, мне кажется, сейчас будет слив. Землеройка улетел. Блин, ребята, шанс слива максимальный. Пофиг. Пофиг, мы всех тащим. Даже без землеройки тащим. Красавчики просто. Так, отлично. Ну что, ребята, поехали дальше. Какие 450? Никаких 450. Изи, ребята. Мой первый бездонатный огнекрыл за 5 лет, ребят. Мой первый бездонатный огнекрыл за 5 лет. Игры, у меня все остальные куплены, это мой первый собранный. 40 осколков, 40 осколков, я просто в шоке. Поехали дальше. 15 альфа... Я у себя на этом 600 тычек сделал практически, или сколько там было... И нифига не вытащил. А здесь с 10 мы уже вытащили. Я в шоке просто. Роза. Некрос. И бум, еще роза. Это все фигня. Самое теперь главное, что у меня, ребята, появился наконец-таки огник. Ну, я думаю, мы сделаем отдельный видос с ним. С его распаковкой. В общем, можете меня поздравить в комментариях. А, у меня появился наконец-таки. Наконец-таки. Огник на бездонатном аккаунте. Плюс 40 осколков. Это просто кайф. Ну, блин, я не знаю. Мы, конечно, вряд ли вытащим там 130 осколков зефира. Но это реально было бы круто. А, так, поехали дальше. Блин, это просто писец. Сегодня день, конечно, жесткий. Очень жесткий день. В честь такого дня можно даже и катку слить одну. Смотрите, что они творят? О май гад!
Блин, землеройка ушатался. Так бы мы, наверное, сейчас еще и Фрейю там шатанули. Сейчас попробуем, конечно, но я думаю, вряд ли. Так, Феникс сейчас включится, может нас сольют. Нифига нас не слили, нифига себе, красавчики вообще. Посмотрите, что они творят. Ай-яй-яй, Феникс резом, или это Феникс, нифига себе, зажрались. Феникс с тотами. Или не, это живой фен. Это живой фен. Мы Фрейю разобрали. Я в шоке, посмотрите, что герои без эволюции делают. Просто писец. Зачем Фрейя? Реально, зачем Фрейя, если можно шатать без Фрейя? Изи просто. Просто, ребятушки, изи. Так, ну что, у нас остались сумочки. Делаем вот так. Чик! Плюс 21 осколок. Я считаю, это более чем круто. 218 лаваники. 22 альфа-самца. 100 практически лисицы. Это жестко, ребят. Но здесь нету, конечно, донатных карт. 91 зефа. В общем, такие вот, ребятушки, сегодня плюхи на немецком сервере. Пишите комменты, что вы это думаете об этом. Ставьте обязательно лайки. И ждите видос с распаковкой. Всем удачи. Всем пока.